Добрый день. Условное возгорание Универмаг Промень, подвальное помещение. Адрес магистральная 64. Пожалуйста, срочно приезжайте. Согласно легенде, очаг возгорания находился в подвальном помещении универмага «Промень». Пострадал человек. В течение 5 минут прибыла первая группа спасателей 12-й части Краснолучского КПСО МЧС ЛНР. Оценив ситуацию, не теряя времени, ребята принялись за работу. Вскоре на тушение условного пожара подоспели спасательные отряды Миусинского и Краснокутского подразделений. Время, каждое движение и действие пожарных фиксировалось в протоколе. Согласно документу, и будет ясно, как справились с поставленной задачей пожарные. Личный состав показал свои навыки и умения, полученные в повседневной деятельности. Оценка по результатам учений будет поставлена после подведения итогов. Значит, в учениях было задействовано 25 человек личного состава и 5 единиц основной техники. Подобные тренировки личного состава способствуют укреплению навыков спасателей, их командной, слаженной и оперативной работе, чтобы в реальной ситуации они смогли своевременно и качественно оказать помощь жителям Красного Луча.